Вот такой вот у меня мужчина появился. Вот он напылся, пришел, увалился и спыть. Подвинься, Вася. Подвинься, он выше меня ростом. Ой, мягенький какой, хорошенький какой. Я говорю, надо мне тоже такого купить и с ним спать. Я люблю, когда спать, я люблю забрасывать ноги на мужа. Ну, так как мужа у меня сейчас нет, ноги забрасывать не на кого. Вот такой вот красивый. У него 2 метра, наверное. Да, где-то 2 метра у него. Стоит $100, продается в Сэмс Клабе. Вот такой подарок подарили моим детям. Прям настоящий, настоящий мужик. Толстый, красивый. Такие большие. Это не подушка, это настоящий медведь. Это настоящий. Ой, да какой же он здоровущий. Да его ж, тебя же еще и не поднять. Его же еще и не поднять. Да, такие вот большие медведи у нас тут продаются. Ну, наверное, везде продаются. Но ножки так сложил, такой сексуальный. Боже, какой мужчина, что за чертовщина. Да, вот такой красавчик. Да, вот такого себе. Да показываться же нечему. Я же говорила, что я не это. Так. Концу. Сейчас, секунду, куда-то пальцы не туда нажму. Да себя ж показывать. А, я ж вообще. Василётик, дай поцелую. Без бровей, без ничего. После бессонной ночи. Но только ненормальная женщина в моем возрасте может себя показать. Все, ладно. Спокойной ночи тебе, Мишанька. Все, вам тоже. Третий раз вышла. Что-то разошлась. Разошлась, я не по шутку. Все, Василек уснул. Все, ребятки, всем спокойной ночи. Ой, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что я прекрасный человек. Спасибо. Спасибо за видео и за ваш труд. Бабушка – это кламс. Бабушка – это счастье. Бабушка – это больше счастья, чем мама. Все. Пошла. Пошла. Лягу под бочок Васильку и буду спать. Тоже отдыхать. Снова здравствуйте. Все, больше сегодня не включаюсь. До свидания. Всех люблю, целую. Пока-пока. Закрывайся, закрывайся. Закрывайся. Да закрывайся же ты. Ну ты посмотри. Эй.